своими глазами. В рамках празднования Дня образования Гагаузии Главное управление культуры Гагаузии приглашает на праздничный концерт заслуженного коллектива Республики Молдова гагаузского ансамбля песни и танца «Дюс Ава». 20 ноября в 15:00 Дворец культуры муниципия Бельцы. В программе народная музыка, искрометные танцы, любимые песни в исполнении солистов ансамбля «Дюс Ава» Виталий Василиоглу, Ирина Пойдалова, Андрей Иванов, Иван Бабов. Художественный руководитель – маэстро нато Республики Молдова Татьяна Щеголева. Хореограф Виктор Градинай. Вход свободный.